Дорогие друзья, действительно, фильм получился очень трогательный. И я не как специалист сейчас хочу сказать, просто как мама, как бабушка, что действительно самое дорогое на свете у нас – это наши дети. И поэтому в том своем интервью, которое показывали в фильме, я хотела сказать о том, что мы должны быть все вместе, что и родители, и сам пациент, и специалисты – это мы все одна команда. Мы члены одной команды, и мы должны делать все для того, чтобы ребенок стал счастливым. Поэтому я еще раз хочу повториться, что все, что мы делаем ради наших детей. Пусть будут наши дети здоровыми, счастливыми, чтобы они воспринимали мир с радостью, а мы дарили этот мир нашим деткам. Я хочу поблагодарить Аружан и ее команду вот за этот фильм, что заставили всех людей подумать, переоценить свои ценности и взглянуть несколько под другим ракурсом на все, что происходит сегодня в мире. Спасибо огромное.